Всем привет, посмотрел одну интересную штуку с рекомендаторами у Антоши. Настоятельно рекомендую посмотреть еще и его видео, ссылочка будет в описании. В рассмотренном примере я буду крафтить когти с Т1 элементом уроном и атак спидом. На этом мы и настраиваем программу. Для Т1 атак спида нужно меньше 100 альтов. Для того, чтобы поймать один мод на урон, нам нужно примерно 200 альтов. После того, как вы поймали нужный мод, на мой взгляд, лучше, чтобы он остался один. Используем манули. Далее я иду докрафчивать на станке префикс или суффикс с минимальным весом, чтобы шанс в рекомбинаторе был минимальным на его добавление. То есть, чтобы повысить шансы на нужные нам моды, атак спид и урон. К примеру, вот эти моды, у которых вес 100, я выделил, их можно докрафчивать. По сути, чтобы нам уже что-то получить хорошее, нам нужно трижды попасть рекомбинаторами. К примеру, вот такой вот уже дагер с двумя Т1 модами на дэмэдж, одним модом на атак спид, он уже что-то стоит. Мы доделываем его на станке крафта и можем выставлять на продажу. Осталось только найти моды на станке на крит и hits can be evaded. Так как вот нам нужно будет очень много баз, я рекомендую, ну, покупать их лень, да, на трейде все эти базы. Лучше настроить фильтр, там, сбегать несколько Т-17 карт, и у вас уже будет золото и базы на рекомбинаторы. Сейчас я вот как раз докрафчиваю префиксы, там, или суффиксы, что это такое у нас. С маленьким весом, чтобы повысить шансы на рекомбинаторы. Можно, вот, как я с предыдущим кластером, блин, когтем не оставил там, то есть оставил 2 Т1, можно попытаться 3 Т1 выбить или дэмэджа. Он будет уже, конечно, стоить дороже, но и шансы на его прок, конечно, намного меньше. А так вообще, когти это чисто пример, там уже после видео Антоши они в цене упали сильно. Лучше посмотреть на что-нибудь другое. К примеру, там ванды, spell damage, cast speed, mana, любое оружие другое, кроме когтей, луки, там мечи. Некротик армор еще Антош крафтил на Suppress, Energy Shield, Evasion. В общем, спасибо за просмотр. Удачи в крафте, подписочки, лайки, дискорд, другие видео. Как обычно.